В эти выходные предлагаем вам посетить заключительное мероприятие проекта «Месяц флешмобов» – «Тайный флешмоб». Для того, чтобы принять в нем участие, вам необходимо пройти простую регистрацию. В назначенный день на ваш телефон придет SMS-сообщение, в котором будет указано место, время и суть флешмоба. Ссылку на регистрацию ищите в сообществе «Месяц флешмобов». Провести воскресенье с пользой для себя и принести пользу окружающим вы сможете, приняв участие в уборке в Саржином Яру. Поделиться ненужными вещами, а взамен получить что-то интересное и совершенно необходимое, посетить полезные мастер-классы, найти себе четырехлапого друга, познакомиться с единомышленниками и активистами общественных организаций вы сможете на фри-маркете. И я хотел бы поговорить о том, что как вам провести время в воскресенье в 12 часов, если вы находитесь в районе Ботсада. Вы можете прийти, у нас вот будет такая большая-большая ярмарка вещей, где люди приносят кучу одежды, вещей, книг, каких-то аксессуаров оставшихся, которые им не нужны. Бесплатно их всем раздают, и вы можете прийти, не принося ничего своего, просто покопаться, найти, возможно, себе что-нибудь интересное. Вот, там будут мастер-классы по изготовлению, господи, чего-то там не будет, короче, какие-то резиновые шарики, как из них делать какие-то фигурки. Вот, там будут какие-то мастер-классы для детей, если у вас есть маленькие дети. Все это, конечно же, бесплатно. Возможно, вас интересуют какие-то социально активные ребята, вот, которые что-то делают, вот, с которыми можно подружиться, пообщаться. И напоследок, если вы вдруг ищете домашнего животное какое-то себе, вот, и не знаете, кого выбрать, то там будет зоозащитное объединение «Вместе», которое принесет разных животных, которые они находят на улицах и пристраивают в разные добрые руки. Преодолейте страх высоты в это воскресенье, испытав себя экстремальными прыжками с моста. 30 июля в Центральном парке культуры и отдыха имени Максима Горького пройдет фестиваль культур Global Village. В рамках фестиваля состоятся воркшопы и мастер-классы, творческие номера, презентации национальных костюмов и аксессуаров от иностранных гостей Харькова. 30-31 июля вы сможете приблизиться к друзьям нашим меньшим, посетив выставку собак «Созвездие Большого Пса». Выбирайте развлечения себе по душе и смотрите наш видеоотчет в начале следующей недели.